пошли мириться. Давай это пальцами. Мирись, мирись. Пойдем. А что обиделась-то? И я немножко обиделась на тебя. Куда? Улетишь домой? А меня тут бросишь, что ли? А как же я тут без тебя-то буду? Я без тебя не смогу. Как ты меня так оставишь-то? Домка. С Леной улетишь? Или одна? А за что такая немилость-то ко мне? Так из-за чего я понять не могу? Ты объясни, из-за чего ты на меня обиделась-то? Я строгая, потому что. Машуль, потому что спать надо. Что мы строгие? Маш, ты обиделась из-за того, что мы строгие. А как вот, например, маме быть не строгой, если вот мы лежим, тебе тут сказку читаем, а ты взяла и села там. А я говорю: Маш, иди, я тебя хочу обнять, поцеловать. Ну, от этого ничего не зависит. Господи. Прости меня. Маш, что не зависит? Машуль, ну я-то строгая по существу. Ладно, все, не буду больше строгой, пошли мириться. Пойдем, помиримся. Хорошо, больше не буду себя так вести. И ты не будешь обижаться, ладно? Ладно. Ну, пошли. Я туда еду тогда. Пожалуйста. Давай, иди, Паля. Дай. Я тебя научу, как мизинцем мириться. Больше с вами не буду. Давай, мизинец, давай. Мизинчик. Больше не делись, это кто будет драться, я буду кусаться. Помирились, мир? Пошли обниматься. Пошли, давай, обнимаемся. Ты меня тоже обнимай. Это же вместе надо. Маш, чего в одни ворота дружим?